Ну вот, долбил, гидромолот перегрелся. Да так, я думаю, ну да, правильно, все медленнее и медленнее. Короче, что я хочу сказать? Перегрелось вот это вот место, как утюг, чуть пальцы не обжег. Значит, что я хочу сказать? Заказчики требуют, чтобы лупил без остановки. О боже. Короче, нельзя это делать, надо ему давать постоянно перекуры, особенно летом. Сейчас жара, хоть и ветерок, но все равно. Он тогда начинает медленно работать, лениво так, тук-тук-тук-тук, ты газу больше, а он нифига. Что тут еще? Ну вот он, этот место, где стопорный палец выбивается. Ну он не выбивается, он просто вылазит. Я как-нибудь доберусь до туда. Сейчас я там лазить не буду. Сейчас работать надо. Ни один палец не вылез за время работы. Я тут на одном экскаваторе с гидромолотом работал. Так через полчаса не то что пальцы повылазили. Один гидроцилиндр даже упал, но я просто не заметил. С кабины не всегда видно, что творится с другой стороны. Я считаю, что эта техника еще походит, но надо кое-чего поделать. Кстати, движок тоже перегрелся, но он после капиталки. Ну, капоты пооткрывал, правда, закопчу все, но это ничего страшного. Капает там, но я смотрю, что это больше похоже на воду. Я его мыл вчера, видимо, вода там сам скопилась. Ладно, перекурим, хотя я не курю, но это образно. Передышку дадим инструменту. Инструмент раскалился, все,